Спасибо.
документалист, всегда в любом проекте должна рассмотреть личность, которая стоит за всем этим. И что касается Лены, это удивительный случай, когда человек настолько находится в состоянии гармонии с миром, а даже не с миром, с самой собой. И, естественно, человек, который находится в ладу с собой, он всегда в ладу с миром. Поэтому то, что Лена передает на своих картинах, они настолько наполнены вот этим ее внутренним светом, светом ее мировоззрения и ценностей, которые она передает через свои работы. Я, конечно, ужасно волнуюсь, потому что для меня художник такого уровня и такого статуса — это всегда очень ответственно. И я очень благодарна Лене прежде всего за то, что она пошла на такой шаг и сделала эту выставку совершенно в экстренном порядке. Вот. Ну, наверное, я передаю слово Лене, она вам расскажет о себе гораздо больше, чем я. Нет, я вам хочу сказать, что действительно мне нужно предложили за 2 недели, даже не меньше. И я ее никак не планировала, но почему-то, когда мне ее предложили, я уже через минуту поняла, что а что, я хочу. Как-то я могла бы 100 раз записаться, да, но я почему-то никогда не записывала, старуюсь на выставке. А тут вдруг ее предложили, я поняла, что есть какие-то совсем новые работы, которые я хочу показать. Они, правда, не все влезли, но это хорошо. Вот, и нужно было быстро придумывать название выставки. И я ее назвала просто по последней работе, вот своей «Пейзаж солнца». И потом уже очень быстро делала видео. Оно может быть еще там сколько-то сырое, потому что видео оно вообще должно как вино как-то отстаиваться в паузах, там, в звуках. Оно так почти на коленке сделано. Но там тоже есть такие вещи, которые я давно хотела показать. Ну, как главная тема, может быть. Я, конечно, наверное, потому хотела сделать выставку в Тарусе, что это, наверное, такое место, которое само по себе очень, которое для меня абсолютно живое, наполнены друзьями. Вот это как вы знаете, когда идешь по повороту улицы и в Тарусе, у меня там, потому что я здесь с детства, и ты вдруг вот на каком-то очень знакомом повороте, там уже в Ласкалке или там, не знаю, еще где-то, вдруг тебе кажется, что вообще время остановилось, потому что вот то же самое было там 20 лет назад, 30, я иду дальше, в общем, давно. И вот этот свет людей, которые я с детства знаю, очень многие новые друзья, это вот какой-то совершенно особый наполнение Тарусы. И мне было интересно вам всем показать, правда, и вас всех увидеть, именно в Тарусе, в Тарусян. Ну, в общем, ура. Ура. Для нашего зала большая честь. И вот Светлана Ковецкая. Я хочу сказать, что мы с мамой поклонники Лены. И так жаль, что мы там серьезные проблемы с глазами, но Лена принес сегодня такой подарок. А ты можешь прощаться? Да. Лучше сказать совершенно нельзя, и нам ничего не будет. Хотя мы, собственно, изображены по поводу его творчества, но они, конечно, получат. Ты потом тоже скажешь, я с удовольствием скажу. Свет, прибавь чуть-чуть. Да. Всю жизнь вот так вот, всю жизнь, тихо говорю. На одной из выставок «Москва-Тарусы» Лена показала пейзаж, который, если не изменяет память, назывался «Парадом». Почему я вспомнила этот пейзаж? Да просто потому, что он подарил какое-то пронзительное, ностальгическое чувство далекого детства. Зимний вечер, глубокий сумерки. Горит желтым светом одинокое окно, под которым видим силуэт маленькой мальчишеской фигуры. А дальше Папушкина, видит перезявленный широкий камень, когда потихоньку в нее хоть и придешь. Я понимаю, что это звучит сентиментально, но, Лена, я тебе очень благодарен за эту мою мальчишескую ностальгию. А в целом,
большинстве твоих лучших работ живет то, что я назвал бы дыханием живописи. При этом я понимаю, что для кого-то это выглядит неконструктивно, что о так называемой крепкой композиции говорить не приходится, а по мне это даже хорошо. Никакой конструктивной сухотки. Вплывай себе, как зритель, Тимковская с фуматой, и наслаждайся. И еще я всегда с интересом смотрю твои портретные работы, где главным героем является Андрей. Чаще всего это портрет на фоне пейзажа, или лучше сказать, портрет в пейзаже, где человек и природа находятся в полном единении. У Бродского, Иосифа Бродского, в одном из эссе написано в Америке, есть чудесная строчка. Когда тебя оставляют в покое, ты становишься частью пейзажа. Так что, Лена, еще раз спасибо тебе за твои гармоничные сны, за возможность стать частью своего пейзажа. Спасибо. А я хочу сказать, я очень сильно я хочу сказать, что если говорить о творчестве Лени Пелена, то это не столько света, сколько световоздушная атмосфера, световоздушное какое-то пространство, в которое ты действительно входишь, которое тебя обнимает. Это совершенно потрясающе. И вот та нежность, мягкость, та какая-то взвешенность вот всего, что делает Лена, вот какая-то вот почти нереальность, невесомость, это завораживает абсолютно. И то, что мы видели до сих пор, оно должно, я бы скорее сказала, немножко минорным подробным, по колориту. Вечно солнце и свет, но это удивительно. Он для них бьет глаза, он не просто яркий, он светлый. И эти картины светлые не только в том смысле, что вот они светлые, но они духовные светлые, они насыщенные. Таким удивительным, чистым чувством, они так проникновенны, что даже не хочется говорить об этом ни в каких искусствоведческих категориях. Не хочется говорить вот об этом ощущении потрясающей тонкости, чистоты и доброты. Спасибо. Я как бы такой художник, как бы «Осенние сумерки» Чехова, Чайковского, Левитана, да, такой с минором. Но до какого-то момента мне вдруг в интернете написал какой-то человек из какой-то другой страны и сказал, что, вы знаете, у вас такие инфернальные, мрачные работы, вот у вас есть такая работа с воронами, она продается. Я говорю, да нету. А говорит, вот у вас все такое инфернальное, я как-то расстроилась. Но я хочу сказать, что когда началось, ну не то чтобы не расстроилась, но я просто так взяла на заметку. Когда вот начались события, которые мы сейчас все живем, это года, ну все знают уже сколько лет назад, да, полтора, вот больше года. Я помню, что я пришла в мастерскую, я подумала, что делать, ну что делать. И я, наверное, нарисовала самую вообще солнечную картину в своей жизни. Вот, и с тех пор у меня, между прочим, больше солнца в работах. Я не знаю, я, наверное, таким способом тоже выживаю вот, в наше трудное время. А может быть, ну, потом то, что рисует художник, это как бы не от него зависит. Вот сейчас у меня солнце стало больше. Это заметно. Вот, может, еще кто-то что-то скажет, да? Вот есть такой человечек, который мне очень хотелось, может, Алина, что-нибудь скажешь? Алина. Я могу сказать, что то, что у меня вот на этой выставке видео, я бесконечно благодарна Виталию Куцикову, которому мы делали последний проект, и он как раз мне сказал, Лена, делайте видео. Ну, у него вообще была идея визуализации книжки, да, той самой Яловой. И не только картинами. И, к сожалению, вот Виталий ушел, и даже не был на открытии вот, той самой Яловой. Но вот этот его какой-то завет обсуждался как-то следующий проект, и он говорил, да, и ты еще видео. Так что могу сказать, что то, что здесь есть видео, это какая-то открытая, одна из открытых дверей языковых, да, на котором тоже можно разговаривать. Я бесконечно благодарна Виталию. Еще я Виталию очень благодарна вот за этого человека, Олегу Федоровичу, который может тоже что-то скажет. Я как раз про видео хотела сказать. Я успела посмотреть, это же новая вещь, да? И оно удивительно продолжение моих работ стало. И то, что оно бессюжетное, но оно не, как бы не видно, что ты пытаешься. Оно очень органично и естественно, как бы вот сама ткань жизни, как я хотела сказать, что это не игра, да, с
или там со светом, она несет какой-то признак работы твоей, или там художественного взгляда. Она удивительно течет, как там, дышит, как воздух, да, ты смотришь на это видео. Вот, и там ничего не происходит, но нельзя оторваться. Вот, за это видео, мне кажется, как сказать, может быть, это какая-то новая твоя, да, ипостась, и не нужно искать. У тебя есть разные, да, работы. Есть работа про детей, там другая история, там тоже очень личное, такое пережитое. А здесь как-то вот средствами такой техники самой простой, тебе удалось как художнику увидеть неповторимое в природе, что мы каждый год, каждый сезон находим для себя и чем мы питаемся, собственно говоря. Вот, так что спасибо. Спасибо за хорошие слова. Мне кажется, сейчас мы все очень целим, когда ничего не происходит. Сказала, это влияет наше время. На черное говорит белое, на белое говорит черное, на тот свет говоришь тогда. Хочу вспомнить слова Меднера. Композитор. Композитор такой был. Он говорил: посредственно вынуждают рассуждать, а талантливые умолкнут. Вот я со светом и согласен. Что здесь говорить о чем-то, но нет смысла абсолютно. Все. Так что надо тебе нажимать. Я твой поклонник номер один. Да, так, все так и ну, кто-нибудь еще или все? Заканчиваем, да? Мы так да, только поздравляем. Да. Спасибо, что пришли и приглашаем всех еще на терраску туда и не расходимся. И раз.